В поселке Камышеваха Запорожской области Украины был окружен и уничтожен танк российских оккупантов. На кадрах, распространенных в телеграм-каналах, видно, как боец 131-го батальона территориальной обороны обезвреживает танк оккупантов, запрыгнув на него и забросив внутрь гранату. Представляем вам эти кадры. Да, мы бегом! Мужики залегли! Уходим, это свои или нет? Погнали! Свои!